Всем доброго дня, вы на канале Boston Technic, меня зовут Константин, и сегодня на обзоре у нас новое поступление трактор МТЗ-1221 в комплектации Tropic с кондиционером 2016 года выпуска. Давайте его посмотрим поближе. Друзья, вот такой трактор поступил в продажу в отличном техническом состоянии, в заводском окрасе, ничего не подкрашивалось, не красилось, все как есть по заводу. Спереди установлена новая резина, противовесы на месте, доп-бак в наличии. Так, боковые крышки также в комплекте. По электрике все работает. Задняя резина в отличном состоянии. Вом-навеска также все в порядке, ничего не течет, все как есть. Все сухо, она полностью комплектная, прицепной центральный винт здесь на месте, смотрите, 2016 год, также другой баллон задний в хорошем состоянии. Также, друзья, сейчас покажу вам, что двигатель тоже ничего не красили. Все как есть. Двигатель в оригинальном окрасе. Так, друзья, кабина полностью заводская. Все как есть. Так, сиденье все целенькое. Для транспортировки накрывали. Так, сейчас вам покажу наработку. Наработка чуть более 3000 моточасов. Так, друзья, повторюсь, трактор с кондиционером. Вот он, кондиционер. Данный трактор можно осмотреть по адресу город Волгоград, улица Историческая, 173. Доставка у нас своя, свои эвакуаторы, обратите внимание. Довезем прямо до вашего хозяйства. Форма оплаты любая, наличный, безналичный расчет. Можно приобрести в кредит, подав заявку, всего лишь по этому документу. Также, друзья, работаем с лизингом, имеется новая техника. Огромный выбор разных моделей. Не забываем, есть система трейд-ин. Можно менять трактор, свой старый трактор на новый. Также можем укомплектовать трактор любым прицепным навесным оборудованием. Все имеется в наличии. Либо можем сделать под заказ. Приезжайте, смотрите, тестируйте. Ждем вас в нашем гроссалоне. До новых встреч!